Сейчас из своих рисунков я сделаю высечку. Я решила сделать такую а-ля ажурную салфеточку или страничку, для чего использую свои картинки. И в программе Silhouette Studio я открываю прям сразу картиночку с маленькими рыбками. Где они у меня? Вот они здесь. Вот эти маленькие рыбки, которых я нарисовала. Картинка огромная для этой программы. Получилось. Ну, я оставлю такой размер. Мне нужны три вот эти рыбки. Я их перевожу в кривые. Выбираю область трассировки. Включаю только их. Вот такие рыбки. И делаю трассировку. И удаляю саму картинку. У меня остаются только вот эти три рыбки. Но тут видно, что есть лишние точки, поэтому я их удалю. Для этого правой кнопкой снимаю объединение. И вот эти лишние точки удаляем. Если какие-то такие совсем маленькие появились, то их инструментом править точки удаляем подряд весь кружочек. Вот эта рыбка получилась совсем такая кривая, и можно какие-то точки у нее поправить. Удаляю кусочек здесь. Лишний такой образовался. Сразу более такая на приемлемого формы получается рыбка. И здесь несколько точек. Пусть будет такая. В итоге вот у меня три рыбки, такие кривенькие, маленькие, простенькие, но я буду уже с ними работать. Уменьшаю размер. Тут удобно, сразу видно, что, например, 2 на 3 сантиметра. Я хочу совсем прям сделать такие маленькие. Уменьшила ее. Ctrl-C, Ctrl-V. Можно. У меня будут стайки одинаковых рыбок плыть друг за другом. Тут важно, что сделать, чтобы они объединялись, то есть на внахлёст как бы размещались эти рыбки. Тогда это будет именно такая ажурная конструкция. Можно сразу всех копировать. В качестве подсказки себе я сделаю прямоугольничек размером 10 на 15 сантиметров. Буду ориентироваться на него, чтобы страничка получилась такого размера. Ну вот, стайка. Одна рыбка. Можно где-то, кстати, вот у меня тут дырочка получилась. Мне это нравится, как вышло. И можно какие-то участки сделать. Больше рыбки пересекаются, где-то меньше. Теперь я беру вторую рыбку. Вот эту, например, будет.
другую сторону отразить горизонтально. Так, точка одна вылезла у меня там. Вот оставлю вот так. Удалю эту рамочку, которую я себе как подсказку. Теперь выделяю всех рыбок. И либо вот в меню модификаций, либо просто правой кнопочкой делаю объединение. И все слитные, которые были рядышком, рыбки, они слились в одну. И тут сразу видно, что вот одна рыбка отстала. Я ее пододвину и тоже ее стайка рыбок, чтобы был нагляднее, залью черным цветом и отправлю нарезку. Посмотрим, что будет. Можно будет изменять масштаб, но я ставлю 10 на 15 такого формата, чтобы мне было их удобно использовать. Теперь этот рисуночек можно себе сохранить в библиотеку. И он в библиотеку сохраняется, и его можно будет потом использовать, уже не открывая файл.